Всем привет, меня зовут Александра Макарова, я книжный блогер. Я хочу сегодня вам рассказать о книге, которая такая позабытая, но очень хочется, чтобы ее люди вспомнили. Книга называется «Один», автор Николай Внуков. В 1988 году эту книгу перевели на японский, она стала в этом году лучшей книгой для подростков в Японии, и впоследствии ее включили в школьную программу к обязательному прочтению для всех школьников. Мне кажется, в России тоже можно сделать это же, потому что книга, с одной стороны, очень интересная, с другой стороны, очень полезная, а с третьей стороны, она основана на реальных событиях, и удивительная судьба мальчика показана в ней. Сейчас о ней расскажу. Сашка Бараш – любознательный подросток, который читает много книг, Даниэль Дефо, Жюль Верн. Мальчик мечтает о путешествиях и приключениях, а летом с папой вместе он работает на катере в море. И жизнь предоставляет Сашке возможность побыть Робинзоном, его смывают волной с катера, и он оказывается в открытом море. Но отличие от книг Даниэля Дефо в том, что море не теплое, не тропическое, а Охотское. А остров, до которого чудом добирается ребенок, совершенно не мягкий, не с кучей фруктов, а это такая суровая земля, на которой из еды только саранки и шиповник в поле и мидии на скалах. Ни холод, ни голод, ни болезни, ни одиночество не пугают мальчика. С ним его перочинный ножик и неистощимый запас оптимизма. И сначала он по-детски надеется, что его найдут, а потом все больше и больше привыкает к мысли, что он теперь один, один навсегда. Попутно читатель узнает много практических вещей. Как добыть огонь практически из ничего? Как спать на ветках и найти крышу даже в самый сильный дождь? Как добывать мидии на скалах? Как не отчаяться в таких суровых условиях? Самое удивительное, что это все по реальным событиям. Действительно, был такой мальчик, действительно, его смыло с катера, его потеряли, думали, что он уже погиб, и уже даже прекратили поиски совершенно случайно, потом обнаружили его на одном из необитаемых островов. Это отличная повесть и для подростков, и для взрослых. Здесь можно узнать много практичных вещей, а еще задуматься, насколько мы в своей жизни оторваны от реальности, такой вот без интернета, без теплой батареи, без горячей воды из крана, без кофе по утрам, насколько бы мы смогли продержаться так же, как вот этот вот подросток 14-летний, и в каком бы состоянии нас нашли спустя несколько месяцев и нашли ли вообще. В общем, советую очень Николай Внуков, повесть «Один». Думаю, что ее стоит включить в школьные учебники. Это очень полезное такое чтение и, кроме того, очень интересно, увлекательно написано. А еще больше разных книг, в том числе о приключениях, о подростках, вы найдете на сайте «Омск здесь» в рубрике «Влюбленные в книги». Ссылка в описании.